Новый год открыл печальную статистику. Только в столице за последние 48 часов произошло 36 ДТП, в результате которых 12 человек получили различные травмы. В 6 случаях водители сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. В первый день Нового года не обошлось без серьезных аварий. На Мунчешском шоссе в столице автомобиль столкнулся с маршруткой. В результате 9 человек были доставлены в больницу с различными травмами. У врачей было больше работы в этот период, чем в прошлые годы. Количество вызовов увеличилось практически наполовину, чем в обычные дни. По данным Института скорой медицинской помощи, им в новогоднюю ночь пришлось вмешаться в 330 случаях. Среди пострадавших были и те, кто пренебрег правилами безопасности при использовании фейерверков. Так было зарегистрировано 3 подобных случая. Самый серьезный инцидент произошел в селе Коржево Криулянского района. 25-летний молодой человек лишился 4 пальцев. Фейерверк взорвался в его руке. У фост тентатива де реимплантари, и мы пене кэнд аштептем реваскуларизария, аштептем солуционария дефинитива казу. С 1 января в скорую обратились 193 человека, из которых 25 были госпитализированы. В большинстве случаев граждане были в состоянии алкогольного опьянения.